Всем привет, меня зовут Валентин. Сегодня мы находимся не у меня дома, что достаточно необычно и достаточно интересно. Сейчас я нахожусь в Днепропетровске, в студии LATCOR Guitars, и слева от меня сидит мой друг Влад. И, наверное, больше всего, чем отличается это видео, тем, что сегодня у нас в руках инструменты, которые вы просто не увидите на YouTube. Это достаточно эксклюзивный инструмент от компании Paul Reed Smith. Влад, расскажи немного, потому что я в этих гитарах, я держу ее первый раз в руках, это для меня просто вайер. Paul Reed Smith — это две гитары Private Stock, это самая вершина, вершина вершин в степени вершина. В общем, это гитары, сделаны самыми лучшими мастерами Paul Reed Smith, плюс сам Paul Reed Smith принимает участие в отборе дерева, в прослушке конечной. Здесь я, все самое лучшее. Я хочу тебя перебить. Самое дорогое, самое отборное. Переводя на русский язык, how much? 9к. Гитары 8-9 тысяч стоят. То есть, как бы все понятно. Видео можно заканчивать. Максим может показать звук и объяснить уже, что... Ну, 9 тысяч. Спецификациям, наверное, нужно рассказать. Да, ну, во-первых, да, у меня вот более тяжелые. Это обе гитары single cut, то есть с одним вырезом, сделанные под форму Les Paul, которую всем привычное название. Эта гитара, которая у Валика в руках, она весит легче, потому что на ней у нее дерево идет Carina Neck, обехи Deca и кленовый топ. Здесь тоже кленовый топ, но они разные. Там американский кленовый топ, здесь европейский кленовый топ. Здесь африканские махагони, здесь обехи, здесь карина, здесь африканские махагони, здесь палисандр, палисандровая накладка, по-моему, бразильский палисандр, не помню, нужно посмотреть спецификации точно. Ну, вот. Легкая. Здесь эбони, ну, в общем, в любом случае, на сайте есть вся информация. Эбони, конечно, дает больше такой яркости атаки. А, еще самое главное, вот, датчики здесь 5708, а там 5909. То есть оба крытые, но те более агрессивные, эти более винтажные, я бы сказал, по звуку. Вот у меня вопрос, как у человека, который, ну, не часто сталкивается с гитарами Paul Reed Smith, вот, и хочется спросить, чем вот они отличаются, почему, то есть обычному человеку, который играет на Эштоне и Ибанезе, как ему преподать, это правильно сказать, то есть чем эти гитары заслуживают свою стоимость? Ну, во-первых, звуком, блин, звуком, ну, да. Фурнитурой, красотой, блин, да, они просто вылизаны, ее хочется лизнуть. Просто когда я вот, смотришь, когда я начал играть на этих гитарах, сам я, естественно, как бы больше, ну, мои любимые компании — это SP Jackson, ну, и, допустим, я тоже люблю очень Les Paul, Gibson, остальные гитары, но для меня, допустим, Gibson очень тяжелый. Я делал обзор на Gibson Custom, и он был, ну, невероятно тяжелый. Эта гитара не просто лучше звучит, она легкая.
Она очень легкая, она легче, чем почти половину всех гитар, что я держал. Смит там чуть ли не каждый год придумывает новую фурнитуру, новые колки там. Кстати, ну покажи мне, переверни, какие колки. А, вот здесь закрытого типа, это Locking Tuners второго поколения. Здесь открытые, здесь они винтажные. Так, что тут еще я вижу, короче, тут автографы. Уже на сегодня вышли новые датчики 58-15, 85-15, там... Короче, каждый год издаются новые, да, модели, плюс... они следят за этим. Ну и качество как бы не теряется, потому что компании Gibson, Fender и прочие попса, они перестали следить уже давно за производством качественным. Как фанат, опять же, компании SP, могу сказать, да, это прекрасные инструменты, которые в основном больше для тяжелой музыки, но они, опять же, занимаются выпуском гитар по формах, по форме Explorer, Гибсон, Лес Пол, СГ, Стартокастер, но они делают их легче, удобней, но от компании, которую я держу в руках, это инструменты, которые не повторяют Гибсон, не повторяют Фендер. Они делают не только удобнее инструменты и лучше, они делают просто что-то новое. То есть у каждого инструмента от этой компании есть свой звук. Ну, это опять же не на словах, вы сами это услышите. Это вполне, это просто офигенно. Я просто не часто вижу в руках у гитариста, по крайней мере, которых я знаю, подобные инструменты, но точно я могу назвать парочку. Ну да, это не Металлика, конечно. Ну это да, это не Металлика. Хотя, ну, вот у Джеймса я никогда не видел подобных гитар, но я думаю, уверен, потому что даже Pink Floyd записали последний альбом на прессе с пьезой, насколько я слышу. Вот, поэтому расскажи, какие вообще гитаристы играют, я ж не сильно в этом. Alter Bridge, Марк Тремонти. Майлз Кеннеди играет на нем. Майлз Кеннеди, это круто. Потом, да, это круто. Крис Хендерсон, Three Doors Down группа. Ну, очень-очень-очень большой список. То есть, кому интересно посмотреть список групп гитаристов, которые... А, даже Марк Холокомб начал Холкомб играть. Да, это Перифери. Это, блин, Джент. Они ебашут сейчас. Просто нужно понимать, что в основном эндосеры группы, точнее, надо понимать, что в основном эндосеры этой компании — это более новые группы, потому что все старые группы уже не давно подписали контракт. Есть, просто... Ну, то есть тот же самый Slash, я уверен, у него есть гитары PRS, но выступает он с Gibson просто потому, что ему... Slash был замечен из PRS. Да, но выступает, ну, просто потому, что это как бы... Старый устой. Ладно, ну что, хочу сказать большое спасибо, что вы посмотрели это видео. Если вам понравилось, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Часть видео будет размещена на канале у Влада, часть у меня. Ну, это стандарт. Что еще можно сказать, Влад? Почему ты должен купить... Вот почему человек должен так взять и... кинуть 9000 в тебя, и ты на такой, деле, держи PRS. Достаточно. Ну, все люди, которые у меня купили PRS... Они довольны, они просто... подсели, они на игле. Во-первых, ее нужно услышать вживую. То есть, да, фотографии — это очень красивые гитары, но просто люди, которые иногда приезжают, хотят, там, хочу Gibson или там хочу Fender, а я им говорю, ты послушай PRS, они приезжают, слушают, mm-hmm. покупают, и это далеко не первый их PRS. В общем, это как болезнь, знаете ли. Потому что человек, который купил один PRS, купит еще как минимум один.
а то и 2-3. И 4. Есть люди, которые покупали 5-6 гитар, причем покупали их в сегменте от 5000 долларов там и выше. Но поэтому... заказывали private stock. Private stock на заказ это уже 10, 11, 12, 13 тысяч долларов. И такое заказывали. То есть по своим спецификациям. Такой же private stock, только человек хочет, например, хочу весь гриф из бразильского палисандра, ебани накладку там какую-нибудь и надпись там «Ладкор» на 12-м ладу. Вот, ты можешь это сделать без проблем, только денег заплати. Ну, я внесу ремарку о том, что вы сейчас посмотрели обзор, вы увидели, как она звучит, как она выглядит, но тем не менее, это лишь носит с собой демонстративный характер. Лучше всегда самому прийти, если есть возможность, если нет, можно всегда приехать в Днепропетровск, потому что я сам приехал за практически 1000 километров, чтобы послушать эти гитары, и я очень доволен, мне очень понравилось, и всегда нужно самому щупать. Самому всегда смотреть. Потому что... Заболел первый раз. Да, я скажу так, что уже что-то во мне щелкнулось. Вот. Спасибо еще раз, что посмотрели видео. Подписывайтесь опять же на канал, если вам понравилось. Рассказывайте друзьям. И до новых встреч. Пока.